По 150 тысяч рублей заплатят ТРЦ города за нарушение требований пожарной безопасности. Штрафы выписаны центром «Кристалл», «Ситимолл», «Остров» и «Малахит». Общая сумма составила 600 тысяч рублей. Нарушений было много. Например, в батутном центре «Ситимолла» покрытие пола не того класса пожарной опасности. Также была неисправная сигнализация. В ТРЦ «Малахит» не везде есть система оповещения. В острове вообще не разработаны правила пожарной безопасности, а внутренний противопожарный водопровод оказался неисправен. Много нарушений и у «Кристалла». В ТРЦ «Кристалл» запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивали их открывание изнутри без ключа. Помещения кинозалов не отделены противопожарными перегородками от помещения торгового центра. Не представлены документы, характеризующие пожарную опасность сидения в кинозале. Покрытие стен кинозала выполнены не с того класса пожарной опасности.